Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Обзор прессы». Мы продолжаем знакомить вас с православными периодическими изданиями. «Вода живая» – официальное издание Санкт-Петербургской митрополии, предназначен как для верующих людей, так и для тех, кто пока только интересуется христианством. Выходит с благословения митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира. Основная тематика – церковные новости епархии, служение и проблемы церковной жизни региона. Вот июньский номер «Воды живой» открывает беседа журналиста Тимура Щукина со скрипачом Николаем Сикорским, сыном известного авиаконструктора. Это разговор о жизни русских в миграции, о прогрессии, о его последствиях, но главное – о православной церкви и неприкосновенности русской души. О жизни северной глубинки в публикации под заголовком «Русский север может спасти только чудо» рассказывает предприниматель, публицист и просто христианин Илья Забежинский, возрождающий лесозавод в Мезине. Тема номера – футбол крупным планом, мяч на стороне церкви, материалы о футбольной жизни Санкт-Петербургской митрополии, миссионерских задачах спортивного отдела. О футбольном фанатизме размышляет священник, психотерапевт и бывший ярый болельщик. Необычный футбольный репортаж из блокадного Ленинграда 30 мая 1943 года подготовил Владимир Иванов. Материал иллюстрирует редкие архивные снимки. «Философ и бесконечность» к 360-летию со дня рождения великого математика, физика и религиозного мыслителя Блеза Паскаля. Что такое марксизм? Антихристианское учение или в этой теории есть что-то еще, что является очень полезным для сегодняшнего дня? Выяснял Борис Кагарлицкий, известный философ, директор Института глобализации и социальных движений. Самодержавие остается камнем преткновения до нынешних времен. Какова природа этого государственного устроения? Кирилл Битнер воспользовался текстами Священного Писания для исследования этого вопроса. Столетию Николаевского морского собора в Кронштадте посвящен исторический очерк Михаила Шкаровского «Собор для тех, кто в море». Страницы Следственного комитета «Дело священномученика митрополита Вениамина Петроградского» приоткроет тайну его трагической гибели. Разговор по душам о монашестве с настоятелем Антониева Дымского монастыря игуменом Игнатием Бузиным ведет на страницах журнала Артемий Костров. О паркуре и его воспитателе возможностях для молодежи этот материал Дарьи Завьяловой «Быть сильным, чтобы быть полезным». Может ли воскресная школа стать оплотом культурной жизни в поселке? Репортаж Марины Ланской о школе при Константино-Еленинском монастыре. Секреты пошива лучшего церковного облачения раскрывает мастера греческой фирмы, представительство которой уже полтора года действует в северной столице. О Троице Сергиевой Приморской пустыни рассказывают те, кому она дорога. Благочинный инок, регент, прихожанка. Четыре взгляда на одну обитель. А рассказ Татьяны Кирилиной о Тихвинской церкви в Путилове доказывает, что христианская жизнь возможна даже вокруг разрушенного храма. И в завершении выпуска обзор интересных выставок, летних мероприятий и книжных новинок. Журнал «Вода живая» можно приобрести в книжных лавках приходов Санкт-Петербургской епархии, в магазинах «Буквоед», киосках сети «Метропресс» и «Первая полоса», а также подписаться с помощью редакционной подписки или в почтовых отделениях Почты России. «Фома» – православный журнал для сомневающихся. Журнал не является официальным изданием Русской Православной Церкви, но активно сотрудничает с представителями духовенства и различными церковными структурами. Кроме того, журнал имеет гриф «Одобрено синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви». Основная миссия журнала – это рассказ о православной вере и церкви в жизни современного человека и общества, стремление обратиться лично к каждому читателю и быть для него интересным, независимо от его религиозных, политических и иных взглядов. Журнал выходит ежемесячно, распространяется во всех храмах Русской Православной Церкви. Его также можно приобрести в печатных киосках или оформить на него подписку. «Не свет, а дух растлится в наши дни, и человек отчаянно тоскует». Эти строки из Тютчевского пронзительного стиха предваряют июльский номер журнала. Как созвучны стихи поэта нашему сегодня. «Нам хочется верить и бежать от греха, но почему часто нам это не удается?» Главный редактор журнала Владимир Легорь
Ллойд размышляет на эту тему. В продолжении ее интервью с народным артистом России Дмитрием Певцовым, который признается: «В моем лексиконе появилось слово «грех». Главная тема номера – «Два крещения Руси». В июле нынешнего года мы отмечаем 1025-летие с того времени, когда великий князь Владимир принял сам святое крещение и крестил народ. О крещении Руси написаны сотни книг, тысячи статей и научных, и журналистских. Доктор исторических наук Сергей Алексеев выделяет и комментирует 7 самых распространенных легенд, досужих фантазеров и прямых противников христианства о крещении Руси. А почему два крещения Руси? Потому что с момента всенародного празднования в 1988 году тысячелетия крещения Руси начался отсчет возрождения церковной жизни на территории Советского Союза. И это коснулось каждого из нас. Журнал «Фома» беседует с профессором Московской духовной академии Алексеем Святозарским, очевидцем тех событий. О чем еще рассказывает июльский номер Фомы? О том, чем церковный брак отличается от обычного, что такое тщеславие и зачем молиться по молитвослову, каков он, город Золотой Иерусалим, чем необычен святой 20 века Иоанн Шанхайский, почему соловки вместо встречи с самим собой, как на Руси появился царь, об этом и еще о многом другом, очень интересном в июльском номере Фомы. Сибирская православная газета. «Православный сибирячок» – это издание, которое выходит по благословению высокопреосвященнейшего Дмитрия, архиепископа Тобольского и Тюменского. Распространяется по храмам епархии в киосках Роспечати Тюменской области. А детский журнал «Православный сибирячок» совместно с Департаментом образования и науки распространяется еще и в детских садах и школах Тюменской области. Также печатное издание Тобольско-Тюменской епархии вы можете найти в интернете на сайте www.tobolsk-епархия-пресс.ру. Итак, Сибирская православная газета поздравляет своих читателей с 1025-летием крещения Руси, государственным праздником трех братских государств – России, Белоруссии и Украины. Накануне Дня памяти святого равноапостольного великого князя Владимира святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл совершил молебен у памятника крестителю Руси на Владимирской горке в Киеве. По окончании богослужения предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с первосвятительским словом, а в газете печатная версия этой речи. Также в свежем номере читайте о торжествах, посвященных празднованию Дня святителя Иоанна Тобольского и всех сибирских святых, о ежегодном крестном ходе с иконы Божьей Матери Знамени Абалакской. В этом году в крестном ходе вместе с его высокопреосвященнейшим архиепископом Тобольским и Тюменским Дмитрием принимал участие высокопреосвященнейший митрополит Калужский и Боровский Климент. О работе первой книжной выставки-ярмарки «Радость слова», которая проходила в Тобольске. На ней было представлено около 500 изданий на богословскую, духовно-нравственную, образовательную, историческую и детскую тематику. Также в номере вы познакомитесь с новостями Салехардской и Ханты-Мансийской епархии, с материалами, посвященными 400-летию Дома Романовых, и с большой подборкой, рассказывающей о выпускных торжествах в духовных школах Тобольской епархии. А июньский номер журнала «Православный просветитель» познакомит читателей с Тобольской православной семинарией Тюменским духовным училищем. Подробно расскажет о жизни православных студентов, о том, что нужно для поступления, какие сдавать экзамены, с адресами и телефонами этих учебных заведений. Ну а православный сибирячок также подготовил ряд полезных и интересных материалов для своих маленьких читателей. Ребята узнают о настоящей школе Пономарей в Тюменском храме, в честь иконы Божьей Матери Целительница, о первом печатном станке в Тюмени, о языках народов мира, о культурном центре имени Петра Павловича Ершова в Ишиме. Прочитай продолжение рассказа священника Сергия Ильичева «О чем поведал попугай» и материал «Поиграем в шахматы» для тех, кто хочет научиться играть в эту интересную, но сложную игру. В 2012 году Союз писателей России подвел итоги литературной премии имени Ершова. По мнению жюри конкурса в номинации «Лучший детский журнал» стал журнал «Православный сибирячок». Дорогие телезрители, выписывайте, читайте православные периодические издания «Евангельское слово. Источник вечной жизни». С вами была программа «Обзор прессы» и ее ведущий Тимофей Обухов. До новых встреч!